Стандартный набор продуктов – крупы, макароны, чай, сладости. Теплые слова и внимание – что еще нужно для того, чтобы сделать счастливее пожилых людей, которых некому поздравить в новогодние праздники? Канал 16 запускает ежегодную благотворительную акцию «Мы помогаем». Сейчас непростое время, и, к сожалению, у многих наших пенсионеров, которые волей судьбы остались одни в этом мире, у них просто нет возможности как-то даже побаловать себя в Новый год, купить какие-то сладости, какие-то другие элементарно продукты питания, как-то разнообразить свой праздничный стол. Наш долг – подарить им частичку праздника, подарить новогоднее настроение, как-то помочь. Дарить радость одиноким бабушкам и дедушкам нашего города стало доброй традицией. Акция существует уже несколько лет. За это время команда канала 16 исполнила новогодние желания десятков саровских пенсионеров. В наших силах сделать все, чтобы в канун волшебного праздника нуждающиеся пожилые люди не чувствовали себя одинокими. В прошлом году я от лица нашей телекомпании вместе с Александром Михайловичем Тихоном, главой города, вручала подарок жительнице его округа. И надо было видеть лицо вот этой бабушки, которой принесли, ну, казалось бы, мелочь, продуктовые наборы, календарь городской думы. Но она была так счастлива, даже не сколько тому, что мы подарили ей какие-то сувениры, продукты, сколько, в принципе, вниманию. Приносить можно не только продукты питания. Теплые вещи, предметы быта и гигиены, а также праздничные сувениры станут приятным сюрпризом для старшего поколения. Все собранные презенты команда канала 16 рассортирует, упакует и в конце декабря подарит одиноким бабушкам и дедушкам. Мы сотрудничаем с Управлением социальной защиты населения Сарова, которое предоставляет нам списки нуждающихся. В том числе мы тесно дружим с волонтерским центром «Радость моя» и гуманитарным складом, куда также приносят пожертвования, в том числе для стариков. С депутатами городской думы, которые знают людей, нуждающихся на своих округах. И также, в принципе, все жители города могут нам сообщить о своих соседях, одиноких бабушках и дедушках. Я думаю, что мы также найдем возможность им помочь. Передать продукты и новогодние подарки для пенсионеров будет несложно. Каждый понедельник во время съемок программы «Хочу сказать» в ТЦ «Атом» с 17 до 18 часов наши журналисты организуют сбор. Презенты для бабушек и дедушек также можно принести по адресу Силкина, 41, второй этаж, по будням с 10 утра. Подробная информация по телефону 60131. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».